в свое время американский государственный деятель Генри Киссинджер, которого по праву прозвали гроссмейстером дипломатии, сказал, что дипломатия есть искусство обуздывать силу. В свою очередь, Азербайджан продемонстрировал это на примере Карабахского конфликта, решение которого было достигнуто в том числе благодаря грамотно выстроенной дипломатии. Победа Азербайджана в войне в Карабахе в 2020 году показала не только мощь и военное преимущество Азербайджана над Арменией, но и высокий уровень дипломатии, благодаря которой сегодня территориальную целостность нашего государства полностью признают и поддерживают и те международные организации, в состав которых Азербайджан не входит. В частности, речь идет об ОДКБ. Как мы уже ранее сообщали, 28 ноября в Ашхабаде состоялся 15-й саммит Организации экономического сотрудничества АОС, по итогам которого был принят Ашхабадский консенсус для действий, в котором, в частности, главы государств и правительств стран-членов АОС поздравили правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Среди подписантов сразу три члена ОДКБ – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. О чем это говорит? О том, что организация, членом которой является Армения, поддержала именно позицию Баку, а не Еревана. А это не что иное, как триумф азербайджанской дипломатии и одновременно крах армянской оккупационной идеологии. Фактически ОДКБ нанесла два сокрушительных удара по Армении. Во-первых, Армения так и не дождалась военной помощи от ОДКБ ни в ходе 44-дневной войны, хотя у нее не было на то никаких законных оснований, поскольку война велась на суверенных территориях Азербайджана, ни в ходе однодневной войны 16 ноября 2021 года. Тем не менее, Ереван серьезно рассчитывал на помощь. Это было заметно по истеричным заявлениям Пашиняна и неоднократным звонкам президенту России Владимиру Путину. Но ни Россия, ни ОДКБ не поддержали Армению. Во-вторых, на вчерашнем саммите в Ашхабаде сразу три страны-участницы военно-политического блока единогласно подтвердили, что признают Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Таким образом, почти все страны ОДКБ дали понять, что они на стороне официального Баку, поддерживают его справедливую позицию и территориальную целостность. Кстати, это не первый провал Армении в ОДКБ. В ноябре 2018 года Армения уже оказывалась в центре скандала, вызванного отзывом генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и нежеланием Еревана передавать этот пост представителю Беларуси. В результате Ереван испортил отношения сразу с тремя членами блока – Россией, Белоруссией и Казахстаном. Но даже не в этом суть. Показательным было то, что тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Азербайджану статус страны-наблюдателя в ОДКБ, что показало большой интерес блока к нашей стране. Ашхабадское поражение на дипломатическом фронте для Армении как члену ОДКБ сулит мало приятного. Ведь это еще больше принижает ее значимость как партнера и союзника в отношениях с остальными членами военно-политического блока. Да и в целом это болезненный удар по и без того уязвленному самолюбию армян. Комментируя «Калибер» с поддержку Азербайджана со стороны стран-членов ОДКБ в вопросе восстановления территориальной целостности по итогам войны в Карабахе 2020 года, известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров заявил, что ОДКБ всегда признавала принцип раздела СССР по официальному разграничению союзных республик, а по нему Карабах был в составе Азербайджанской ССР. Армяне же, захватив Карабах, этот принцип нарушили. Поэтому рассчитывать на то, что ОДКБ будет защищать армянские захваты в Карабахе, это было из области каких-то совершенно беспочвенных фантазий. В то же время радость участников саммита в Ашхабаде понять можно. Карабахский конфликт, который 30 лет запирал Южный Кавказ для торговли и экономического сотрудничества, наконец-то двинулся по пути своего разрешения. Конечно, это серьезная дипломатическая неудача Армении, впрочем, вытекающая из военного поражения. Оказалось ведь, что произошедшие перемены были признаны другими странами и очень быстро. Что касается роли Армении в ОДКБ, то организация давала Армении намного больше, чем получала.
ОДКБ гарантировала ей определенную защиту и терпела Карабахский конфликт, который стоил времени и сил. При этом боеспособность армянских войск всегда была под вопросом, что, в общем-то, во Второй Карабахской войне и проявилось. Потому считать, что ОДКБ нарушила бы свои принципы ради армянских интересов, пустые надежды и фантазии, отметил Дмитрий Верхотуров. При этом, как отметил «Калибер», а с другой российский политолог Антон Бредихин, правительство Пашиняна продолжает выстраивать систему отношений, при которой оно на международном уровне равняется на позицию Запада, стран НАТО и США, соответственно ТО. Что Армения не получает поддержки со стороны ОДКБ, вполне логично. Потому что у Армении нет баланса сил между Востоком и Западом или Севером и Югом. Пашинян, как и его министры, считает, что для Армении союзники – это НАТО и Запад. Соответственно, члены ОДКБ в своих заявлениях говорят о поддержке Азербайджана, как страны, которая выстраивает сбалансированную систему отношений на международном уровне, и с которым нужно и важно вести диалог и выстраивать дальнейшие коммуникации во благо развития региона. Именно благодаря ОДКБ Армения сохранилась в своих границах. ОДКБ никогда не говорила о том, что Азербайджан – это враг. Ни один азербайджанский солдат не ступил на территорию Армении во время прошлогодней войны, в итоге конфликт не перешел в разряд государственных. Поэтому ОДКБ поддержала Азербайджан и будет это делать и дальше. В том, что ряд участниц ОДКБ настроен позитивно к Азербайджану, нет ничего исключительного. Это вполне разумно и конструктивно. Тем более, что страны Центральной Азии, входящие в ОДКБ, активно участвуют в экономических проектах с Азербайджаном, в том числе по линии Тюркского Союза. Важно, что Азербайджану во взаимодействии с ОДКБ никогда не отказывали, если мы говорим о сотрудничестве с организацией. Напротив, его поддерживали и на дипломатическом, и на военно-политическом уровне, и в плане улучшения обороноспособности. Армения также никогда не оставалась за бортом, порою даже имела еще большую поддержку. Однако Азербайджан благодаря грамотной дипломатической деятельности вполне может опираться на ОДКБ, выстраивать военно-политическое сотрудничество с организацией. «Я даже не исключаю вовлечение Азербайджана в ОДКБ в перспективе», — сказал Антон Бредихин. В заключение отметим, что сегодня, когда Карабахский конфликт остался в прошлом, а хрупкий мир, достигнутый в ноябре 2020 года, закреплен уже достигнутыми договоренностями в Сочи в ноябре 2021 года, есть предпосылки. Что новая реальность внесет в регион Южного Кавказа прочную стабильность на долгосрочную перспективу. И правда в том, что одна из ключевых ролей в установлении новых реалий в регионе принадлежит именно Азербайджану.